Всем привет, ребята! В честь того, что первая серия, которая вышла сегодня, набрала 200 лайков, а как было сказано раньше, если серия, которая выходит утром, набирает 200 лайков, то еще одна новая серия выйдет в один тот же день, только вечером. И вот, ребята, держите, еще одна новая серия. Но также не забываем поставить лайк и прокомментировать, за что вам отдельная благодарность. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, такая фигня, что... я не знаю, как это объяснить, то есть... Это уже может... Ребят, дайте я подумаю, как это можно объяснить. Короче, записал я одну серию, но она не записалась, потому что там не было звука. И поэтому, как вы заметили, у нас уже Ян Мега 51, потом Мачам 50... Третий, Джирафариш 52, Гуардос 55, и наш Манчлок уже эволюционировал в Снорлакса, голубенький Снорлакс. И Глайскор 56. Ребят, такая фигня произошла, что я просто записал одну серию, как мы прокачивали дальше покемонов на острове. Как вы уже можете заметить, Снорлакс уже имеет 255 счастья. То есть он эволюционировал стандартным путем, отчасти я его прокачивал, но я ту серию не стал выкладывать, потому что просто-напросто на ней нету звука. Она как-то так с ошибкой записалась или еще что-то, что просто звук там не появился, звука там тупо попросту не было. И поэтому я ее не стал выкладывать, потому что зачем выкладывать серию, где мы тупо ходим, но звука вообще нету. Это можно сказать, да, что мы прокачиваем покемонов, но... Смысла нет, потому что, в принципе, звука там нету, и в чем прикол, да? Можно и так сказать, нету смысла просто. Поэтому, ребята, вот такая фигня, что мы прокачивали покемонов, как вы заметили, уже практически все покемоны наши прокачаны. И сейчас нам осталось только еще прокачать 5 уровней Снорлаксу, мы прокачиваем сейчас 5 уровней Снорлаксу и идем... Ребята, делаем раркенди и прокачиваем нашу команду, выбираем новую команду. Ребята, извиняюсь еще раз за ту фигню, что так произошло, что я не выложил одну серию... Но, не выложил ту серию, где мы прокачивали этих покемонов, но еще раз, ребята, объясняю, что она записалась как-то без звука, и выкладывать серию, где нету звука, как-то нету смысла. Смотри, ребята, сейчас сразу тпхаемся, сразу спавнится Кьогр. Сразу, во. Это такой баг, я, ребята, уже не знаю, как это исправить, или что это, или это уже такая задумка, что каждый раз, когда я тпхаюсь, там спавнится вот этот Кьогр, это уже... Не знаю, каждое утро вот так. И, ребята, Снорлакс, я не знаю, это мы еще в предыдущей серии делали и где, но я, ребята, то не знаю, просто говорю, та серия не записалась, я не знаю, когда мы Снорлаксу изучили Solar Beam, но, в принципе, он действительно ним рубает, и ему еще осталось, им рубает, да, ему еще осталось 5 уровней, то есть в этой серии мы уже, я так думаю, прокачаем ему 5 уровней, то есть не так уж это и много, мне так кажется, осталось ему прокачать. Так, давайте вылечим. И давайте, ребята, дальше мы пойдем. Так, вылечили. И сейчас дальше, ребята, будем прокачиваться. Так, отлично. Еще раз. И еще раз, давай, Снорлакс, тебе еще 5 уровней, и прям можете гулять или куда там, как хочешь. Так, ух, ну, сейчас лучше все-таки заменить на нашего Гюардоса против другого, да? Так, нифига себе, у тебя там 2 или 3 Гюардоса было. Тренировок, да, с 3 Гюардосами, так. Вот там вот этот чудик плавает. Поплыл, вот он, поплыл туда. Легендарный, ага. С багом каким-то или еще что-то, фиг его знает. Так. Во, это тоже нормальная атака. 56 уровень. Вот этих сейчас, ребята, давайте быстренько перебьем, чтобы на их месте кто-то другой заспамился. Так. Быстро. Опа. И там я вижу кучу киллеров, которые заспавнились у нас за спиной. Поэтому давайте-ка мы быстренько и их сейчас. И как можно быстрее, ребята. Ай. Прокачаем 6 уровней. Идем делаем себе там стак раркенди или сколько там нам понадобится. И гуляй, наша вот эта команда. Я не помню, какая это команда по счету. 13 или 14. Но сама суть то, что мы ее уже прокачаем. И можно, ребята, будет брать... идти брать новую команду. Не знаю, какой по счету действительно. Нужно потом будет посмотреть, какая она по счету. Так, вылечим. Ой,
Апро. Вот Янмай тут вообще офигенно мы качались в той серии, где я не выложил, потому что... Ну, я уже говорил, почему. Офигенно мы ее качались, я вообще не думал, что она так будет тут рулить, но с той атакой Апроар она тут вообще такое выкидывала. С двух ударов. И хотя как, с одного удара она Киндлера убивала. В принципе... Ну чё, ты будешь еще долго хилиться. О, как я этот хил не люблю, бесконечный ихний. Это не каждый так хилится, а вот некоторые. Не знаю почему. И бьют как-то одновременно, и хилятся еще. Так. Отлично. Еще раз. И еще раз. Отлично. Так. Потопали дальше. О, там босс. Кто? Крабби. Крабби. Не падай ты в воду, зараза. И сейчас за тобой туда... Где ты? Как я не люблю, когда они в воду падают. И сейчас его искать где-то тут. Вот он. На тебе уже. Сейчас фиг мы выплывем. Потому что быстрее мы убьем, чем выплывем. Убьемся. Хотя, ну вообще посмотрим, ребята. Мне кажется, что воздух. Ну, воздух уже кончается. Но думаю, что не умрем. Так, нифига себе, ребята, у нас уже 100 уровень. У нас, то есть, все, мы себя прокачали максимум практически до 100 уровня. Так, давайте. Вот так. И дальше. 100 уровень, офигеть. Так. Ой, еще раз. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. О, 40, ты уже 48-й. Ты уже 48-й. Снорок. Так, сейчас, ребята, секунду. Наушники поправлю. Так, ща, все. Извиняюсь. Ну давайте дальше, ребята. Прокачивать. Прокачивать Крабби. Иди сюда. Отлично. Вылечим. И давай, все, дожмем. Дожмем, ребята, эти уже два уровня как можно быстрее. И топаем, валим. Голубенький Снорокс. А вроде цвет даже ничем не отличается. То есть он был синим, да, сейчас более таким ярким стал, то есть голубым. Был синим, стал голубым. Вот ты Снорок сдаешь, а? Так, ну что, еще вот этот чудик. И еще тут куча вот этих заспавнилась. Так, эти чудики в бою. Эти не в бою. Так, тебе, давай, тебе один уровень остался. И мы валим, валим, валим делать себе Раркенди, стак Раркенди. Так, вы там бейтесь. Тебе на. И тебе три. Такие в тебе кид. Ладно, давай, пока ты там в воде где-то. Во, наконец-то. Отлично. Дальше. О, Кинглер. Только не вступай в бой с никем, потому что потом ждать, пока ты с боя выйдешь. Отлично. О, и как раз вот этого 47-го уровня можно. Быстренько. Нифига себе у Снорлокса хп. 230 хп уже. Не, ну, в принципе, да, Снорлокс такой, что... Покемон, у которого реально много хп. Так. Тебе. С одного удара вот это Янмега Апроаром убивает. Апроар или как называется вот эта атака. Вроде да. О, Кингер. Опа, 49-й как раз. Нормально. И как раз все, ребята. Сейчас нам вот этот Кингер дает уровень. И еще раз. Отлично. Все, ребята, 50-й. Можно топать домой. Фу, вылечимся, сами покушаем. И летим, ребята, делать Раркенди. Только еще сначала нужно вещи попродавать, как я понял. Потому что много вещей. Хотя, нет, то, что в инвентаре сейчас нам не хватит. Поэтому нужно что-то взять, что-то продать. А что? Давайте вот это, все вот это, вот это, вот это. Половинку вот этого, вот этого, вот этого, это. Так, сейчас. Это сюда выложим. Это тогда сюда выложим. И потопаем, ребята. Продавать, делать ракенди. Голстона у нас хватает. Поэтому можно пойти сделать себе нормальное количество. Так, пошли. И, в принципе, у нас покемоны, ребята, вот Гюардос 55-й, Гласкор 56-й, то есть уже даже более прокачаны, чем нужно. Поэтому они так и качаются, что... Ну, как это объяснить?
мы их первым прокачиваем, а потом, пока мы остальных прокачиваем, то им тоже опыт идет, и вот они так быстренько тоже прокачиваются. Так, сначала, ребята, вот это все нужно продать. Что там у нас еще есть? Давайте даже вот это продадим. Там у нас еще вроде есть. Так, еще что? Это давайте. Камни эволюции. Так. 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 Отлично. Вот тут 36. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Лечилочки. Так. Еще вот это есть. Еще вот это есть. Сюда. И еще вот это есть. И какая еще? Так, вот это. И зелененькая. Вот, отлично. Практически два стака. Еще там один орб мы сможем продать. Вот он. Почти два стака, ребята, почти. Так. Фу, сейчас, 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 сейчас. 50, 50, 50, 50. Это мы покупаем. 1, 2, 3. 4, давайте вот так. Сюда мы сейчас ставим. Вот так. Отлично. Сейчас нам нужно золото, золото. Хотя у нас, ух, нифига себе, хотя тут вот это я продаю, алюминий. Алюминий я цену уже не поменял, ну ладно, пока что. Давайте вот так. За железо. То есть за железо я тоже нормальную цену поставил. Так, вот. Сейчас за алмазики. Сейчас еще за алмазики. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Давайте еще вот так. Глоустон достать. Стак, стак вот этого сахара. О, сахар нужно идти потом взять. Так, сначала давайте вот так сделаем. Тут еще два. Ух, как много мы сделали, да? Фу, сейчас это. И... А, все уже. 64. Давайте еще тогда вот это поставим. Сколько тут у нас еще получится? Так. 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 И вот так. Отлично. И делаем себе рарикенди, ребята. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Потом сюда. И пускай вот так. Как раз так, ребята. Ну, там еще у нас есть, но это уже на потом, ребята. Оставим себе. Так, давайте сначала еще, знаете что, идем тростник соберем, потому что, в принципе, сахар нам тоже нужен. Вот так, один подход тростника, и у нас уже, ребята, стак. О, ну давайте еще тебя убьем. Там, в принципе, сейчас вещи нужны, так как я заметил, что вещей у нас не так и много осталось. Они нам действительно нужны. Для того, чтобы продавать и покупать себе таркени. Так. Ну да, вот это, ребята, атака прор вообще офигенная. Так, как раз две лечилочки, нормально, 4 алмаза. Потопали домой, давайте поспим и с утра прокачаем наших покемонов к 60 уровню. И все, ребята. Эта команда у нас прокачана. У нас опять еда кончается. Нужно пойти взять. Так. Фух, пошли, пошли, ребята, поспим. Так, сначала вот это сюда выложим. Вот это сюда. И пошли. Так, это у нас там кто еще? Ну давайте попробуем, если он, конечно, не в земле. Ну хотя, нет, он вроде не в земле должен быть. Но я пару раз помню, что там игли бафы там встречались в земле. Так, нет, не ты. Так. Отлично. Это что выпало? Поизвини. А, ну это, в принципе, нам не очень нужно. Так, потопали. Потопали, ребята, быстренько. Все быстренько мы сделаем. Прокачаем. Поспим. Хавчик себе возьмем, потому что у нас уже кончается. Это выкинем. Сейчас еще вот эти вещи в сундуки быстренько поскладываем. И берем новую команду. Новую команду я тоже не знаю, кого брать. То есть вот так спонтанно будем брать. Кто нам попадет, знаете, на глаза.
Так, этот не тут должно быть, а вот сюда. Сюда что мы ставим? Вот это, и сюда вот это. Пошли спать, ребята. Так. Вроде все. Все. Так, пошли, ребята, спать. Фух. Да что ты... А может потом нам еще действительно темки продавать? Потому что темок у нас много, которыми мы не пользуемся. А если продавать, то в принципе нормально. По два алмаза и будет нормально у нас раркеди, которые мы сможем делать. Ну, то есть алмазы у нас будут, и с помощью которых мы сможем себе больше раркеди делать. Так, ну что, ребята, Янмега. Прокачиваем. Так, иди-ка ты сюда. Ой, вот так. Я даже не знаю, если честно, что. Чё тебе, да пофиг, как и так мы тебе уже выкладываем вот это в компьютер, поэтому как-то так. Энмега прокачанная, Мачамп 56, 7, 8, 9, 10, 10 опять сказал, 10, какой 10, 60. Так, Жирафарич 60, Гвардос, ух, ну ты громила. 59, 60. Снорлакс. Ну тебе 10. Так, ладно. 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 60. И Глайскор. Глайскор вообще 4 уровня осталось. Так, все, ребята. Наша команда прокачана. У нас еще 20 раркенди осталось. Так, смотри, ребята. Янмега. Мачамп. Джирафареш. Потом Гвардос. Потом голубенький Снорлакс. И Глайскор. Так, это все поднимаем. Извиняюсь. Так, пойдемте, ребята, себе возьмем еды. Наша уже кончается. 6 морковочек осталось. Так. Потоп. Так, это тогда сюда. Вот так. Потопали. О, шайни. Ну, Magikarp, понятно. Ну что, идем, ребята, новую команду брать. Сейчас посмотрим, какая это команда по счету. Но мне кажется, что это 14. Мне так кажется. Так, 5, 10, 11, 12, 13. Да, это 14 команда, ребята. Еще одну команду, и у нас уже третий бокс, третий ящик вот этот заполнен. Офигеть, потом четвертый. Нормально, так. Первый у нас идет жук. Это Poison вроде. Да, Poison и жук. Ну давайте его возьмем. Так уж и быть. Потом кто у нас идет? Потом боевой. Кого бы взять? Вообще, ребят, я просто думаю. А, ну, хотя нет. Нет. Ща. Вот. Кого бы взять, ребята? Может, манки? У нас есть манки. Если у нас нет манки, это хреново. Но он должен быть. Я помню, что я... Да ну нафиг. Это невозможно, чтобы у нас его не было. У нас здесь видно нету манки. А, вот. Я говорю, что это невозможно. Так, Диглет у нас тут еще не прокачанный. 26 уровень. Так. Ну, то есть мы его уже прокачали 26 вроде. Что я не помню. Ну, ладно, пофиг. Так, потом у нас кто идет? Потом у нас травяной или психический? Травяного у нас уже нету. А может... Ну, фиг его знает, ребята. Травяной, психический. Да, а может кого-то вот с фосил покемона взять? Рок. Как раз. Эртквик изучим, да и все. Берем тогда вот этого, Кранидоса. Потом водный. А водный, вы знаете кого, ребята, давайте возьмем? А водного мы возьмем Иви. Вот. Вапорион. Или Иви, или Бакрок. О, тоже жук, отлично. Потом у нас будет еще один жук. Так, вот сюда. Водный Иви, то есть нужно уже камень взять. Потом у нас летающий. У нас вместо летающего, ну, нормальный. Нормальный, кто бы у нас был? Давайте Стантлера возьмем. И вместо Клефери
нормальный. Ну, потому что у нас уже стандарт есть, зачем нам еще один нормальный? Давайте возьмем, кто там у нас был в предыдущей серии, в предыдущей команде. Ну, Глайскор. Давайте тогда Сандила возьмем. Вот так, отлично. Вот такая, ребята, у нас команда получилась. Виннипет. Вот он. Маленький такой. Манки. Кранидос. Потом Иви, Вапорион. Давайте как раз... Ну, хотя давайте. Стантлер. И... Сандил. Давайте сначала возьмем, ребята, камень эволюции для Иви, чтобы он уже у нас был. Где он? Вот. Так, вот сюда. И все. Потом мы купим себе таймочки и пойдем прокачивать новую команду. Ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.